Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав, и сегодня мы с вами будем расчищать поле для того, чтобы улучшить мой центр. В этом игровом центре у нас уже стоит теннисный стол, который мы делали в прошлой серии. Он у нас получился очень красивый. Теперь нам нужно взять и расчистить поле для еще какой-то интересной постройки, какая мы скоро придумаем. Так, вот тут вот, в принципе, все ровно, только вот этот вот бугорок надо убрать. А что это такое? Нет, за что? Нет, туда я падать не хочу. Ребята, вы видите, что это? Так, давайте все расчистим тут. Поверить не могу. То есть подождите, все время я жил в этом доме, и у меня рядом с домом было вот это вот. Ну да. Рядом у нас еще дом, где мы варим зелье, но не может быть такого. Так, я открыл это, вы сами знаете, что там ничего нет. Наверное, это вбито прямо в деревянные блоки. Так, давайте сейчас копируем отсюда и оградим, чтобы жители не упали. Нам случайности не нужны. Блин, да там нужно вызывать подкрепление и все такое. Вот так вот все, мне уже пофиг, что там неаккуратно. Значит, получается, тут мы сами знаем, что тут находится. Значит, несколько, может даже тысяч или миллионов лет назад тут была жизнь. Так, ладно, давайте расчистим. Может, что-то будет еще. Блин, ну прыгать туда неинтересно. Ай, ладно, уже все равно прыгнем. Ломаем, тут все ломаем. Ломаем. С этой стороны ничего. Так, с этой стороны, ну давайте, тут в принципе копать уже не надо. Тут у нас ничего нет, только камень и гравий. Да. Ну ничего, ребята, вы представляете, мы с вами нашли кое-что, вы, наверное, уже сами поняли, что это. Да нет, сюда я буду сейчас вызывать археологов, может, спецназ на всякий случай. В общем, ребят, с вами я прощаюсь, спасибо за внимание, всем пока.